Школьный задор и дух соперничества. Спортивные соревнования между учениками районных школ под эгидой МВД России «Щелковская» прошли во второй Загорянской школе. Привить ученикам желание вести здоровый образ жизни и сформировать положительный образ сотрудника полиции – такие цели преследует акция «Полиция на страже детства». В этот день работники правоохранительных органов поддерживают в состязаниях учеников 7 и 8 классов Серковской, 1 и 2 Загорянских школ, а также воспитанников военно-патриотического клуба «Мираж». Данная акция проводится на территории Щелковского района впервые, но мы обязательно возьмем ее за основу и в дальнейшем также будем проводить, и она у нас будет ежегодной. Несколько минут, чтобы представить свою визитную карточку, название, девиз, приветственное слово и стенгазету. Обязательно рассказать про свое видение здорового образа жизни и 4 этапа состязаний, чтобы показать, кто выше, быстрее и сильнее. Мероприятие проходит отлично, гладко. Вот, дети готовились, подготовлены. Самое последнее соревнование гусиный бег. То есть как бы мы брались за руки и всей командой проходили конус змейкой. Это было очень трудно. И мне кажется, что каждый должен попробовать поучаствовать в таком мероприятии. Это на самом деле весело. Впечатление нереальное. Сплоченность, подготовка, настрой, даже форма одежды и удобная обувь сыграли свою роль. Бегать в армейских берцах оказалось труднее. У нас больше выходит по-военному, разбирать автоматы, лазить по скалам, отжиматься, приседать, военные упражнения. Мы довольны то, что мы сюда приехали, хоть и немножко огорчены то, что заняли 3-е место. Сотрудничество с полицией у Загорянской школы происходит не в первый раз. По программе «Радуга успеха» на территории школы обучается отряд «Юные друзья полиции». Мы каждый год и принимаем участие в этой районной программе, и в школе ребята проводят различные мероприятия с нашими детьми. Мы всегда рады встречать гостей у нас, и каждый год и будем и продолжать встречать. Марина Позднякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».